Всем привет, друзья! С вами Нильф Гордон, это игра PixArk, и мы продолжаем играть в этот замечательную смесь кубов Майнкрафта, Арк, Black and White, что ли, по-моему, черный и белый, по-моему, игрушка была тоже от создателей как раз-таки Арк Evolved Survival. В общем, ребята, это божественная игра, это реально божественная игра. Терраформирование... добывание кучи ресурсов, миллионы биомов. Ну, посмотрите, вот я только потом же сообразил, что это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 биомов есть, и они еще по сложности как бы разные. Это, ну, просто жесть. Еще всякие задания есть. Ну, короче, офигеть. Офигеть просто. Если вы, кстати, не приходите на мои стримы, вам фи, потому что именно сегодня, когда это выйдет видео, сейчас как раз-таки... наверное, уже идет, скорее всего, уже стримчик по этой замечательной игре. Давайте продолжим изучать и... да что ж ты какой сильный-то, а? Это потому что мужской пол. Продолжим изучать, и сегодня мы затаймим парочку динозавров. И, кстати, я вот здесь вот в домах и еще кое-что. Видите, сундучок скрытый. Скрытый сундучок. У нас стекло, медь, это все, конечно, круто. Но нам это не очень нужно пока что. Давайте посмотрим дальше, что у нас есть. Так, вот здесь волк был. Ага. На тебе, фуля. На. Ой, беги, 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 беги. На. В хвост и в гриву тебе. Нет, он что, убежал куда-то? Мне бы какой-нибудь мечишка. На. Сразу отходим. А вот здесь он, видите, не может пройти. Это какой-то баг, глюк или еще что-то. Ну, ладно, ничего страшного. Я думаю, либо это исправят со временем, либо еще что-то. Так, сундучков нету, к сожалению, с койотов. Потому что не всегда, я так понимаю. И смотрите. Вот здесь вот еще сундучок. Оп, опять стрелы. Ну, прям вообще по красоте все. На самом деле, в этой игре очень многое есть, и я не знаю, за что первое браться, да, то есть в каком направлении идти, направление исследования или направление строительства или направление раскачки. Ребят, подскажите мне в комментариях, что мне и чем заняться. Ну давай. На, сдохни! Да что ж ты какой... Он как-то по мне еще умудряется... проносить урон, черт! Вот так вот не надо драться, ребятки, не надо так драться, потому что я, типа, сейчас решил такое, либо я, либо он. Ну, вы понимаете, короче, но я победил, это самое главное. Сейчас отличимся, и все будет по красоте. Хо-хо-хо, это же примитивные кожаные штаны и седло птеродонта. Офигеть! Просто офигеть! Просто замечательно. У меня перегруз, давайте посмотрим, может быть, я могу немножечко прокачать себе нагрузку. 200 килограмм я и так могу носить. Так, давайте здоровье немножко прокачаем, я прямо вот так вот возьму до 300 сейчас. Прокачаю здоровье. Так, пока что и выносливость, наверное, нужно вот так вот еще где-нибудь до 200, наверное, зафигачить. Сейчас мы посмотрим, что выкинуть, потому что... очень ненужных много вещей есть. Вот, допустим, вот это вот что такое выкидываем, да? Мясо 12 штук носим. Это что такое? Семена обычного дерева. Вот это можно выкинуть. То есть, это же уже, в принципе, мне не нужно, да? Кстати, а что у меня одето? Примитивные кожаные штаны. Ну, то есть, о, у этих 4 броня. Отлично! То есть, это получше я выбил. Так, кожаные, ну, у меня здесь, да, у меня уже здесь броня более серьезная одета. Так, это выкидываем, это тоже выкидываем, это тоже выкидываем. Шикарненько, шикарненько. А, камень. Нифига меха сколько. Ну, ой, случайно выкинул. А, так как у меня увеличены рейты, да, то есть, то понятно, что у меня и ресурсов больше. Увеличил рейты и выбивание дропа я для того, чтобы быстрее заполнялся инвентарь. Ну и, конечно же, чтобы просто быстрее изучать всяческие предметы. Ну и вообще все. То есть не париться с тем, чтобы искать полтора часа ресурсы и тому подобное. Давайте еще поедим что-то. Я как-то восстанавливаюсь очень плохо. Так, ну что ж, ребятки, мы тут уже довольно-таки серьезно всякого понадобывали. Наверное, нам пора, во-первых, отличиться немножечко и... пора уже какое-нибудь существо затаймить, хотя бы паразавра. Паровоза этого, вон он бегает.
Вполне это реально, потому что у меня уже стрел, наверное, есть достаточное количество, 15 штук, я думаю, хватит для того, чтобы паразавра затаймить. И мы сейчас где-нибудь здесь, давайте вот так вот, вот так вот. А, стоп, его же не нужно таймить, то есть его, в него не нужно стрелять, там, ягоды в него засовывать или еще что-нибудь. Мы можем просто с ним поболтать. Так. Только вот мне нужно отличиться, чтобы я все-таки как-то, серьезно. Давайте где-нибудь я сейчас здесь костер поставлю, во-первых, да? Вот первое, что нужно сделать, это поставить костер. Как всегда, прошу прощения, у меня насморк. Это просто раздражает. Так, костер. Вот он, бабаска. Есть. Так, вот это вот выкидываем. Вот это выкидываем. Потому что это вещи, которые совершенно здесь не нужны. Это всего лишь исключительно декор. И он нам не нужен. Так, ставим костер. Загружаем в него, конечно же, кучу дерева. И... А у меня всего лишь его 9. Но ничего страшного. И кучу мяса. 100 плюс, короче. Жесть. Мы сейчас еще добудем немножечко мяса. Ну все, я вроде бы отличился. Хотя нет. Такое чувство, что у меня жизни кончаются, вот что. Так, мой уже нормально медный топорик, который добудет мне по 12 деревьев. Но я думаю, это не из-за топорика, это из-за рейдов. 15, смотрите-ка, что? 32, ну, а, нет, наверное, это общее количество уже увеличивается. Хотя нет, 32 это с одного дерева было, офигеть! Что творится? Конечно, можно уже динозавра какого-нибудь и получше, наверное, затаймить, но я пока что не буду торопиться. Серьезненько не буду торопиться, потому что, ну, кто знает. Вдруг мне наваляет. Так, кто знает, вдруг мне наваляет. Так, сейчас мы надо, знаете, что сделать нам? Нам найти бы какого-нибудь достойного, получше 9-го, видите, 9-й, 6-й, там, 3-й ползал. Но это не серьезно, Где какой-нибудь 32-й? Ну, вы понимаете, да, что-нибудь посерьезнее, динозаврики какие-нибудь... Это у нас дедикур, сипачашка такой. Ой. Главное, не бей меня, пожалуйста. Хотя, главное, мне его не бить, а не он меня. Так, это вообще 7-й. Так, ну вот, блин, я думал, здесь найдется нужный мне паразавр. Как у нас тут с едой? Готово... Стоп, а вообще есть готовый-то? Вот. Ну и ладно. Мы пойдем дальше сейчас. Здесь пускай готовится. Может быть, сейчас мы найдем паразавра с вами. Так, этого завалить, конечно, можно, но я не буду торопиться. Трогать что? О, он сам решил, что... 30 уровня? Серьезно? Отлично. Сразу 9 кожи я получил. Ну-ка. Фу, что-то как-то сразу страшненько стало. Ну кто, я просто, понимаете, я не знаю, насколько страшны здесь враги. То есть, мало ли, на что они способны. Загрызут еще быстренько. Так вот, волк опять ходит. Блин, паразавр. Алло. Хочется какого-нибудь 30-го или, ну вы понимаете, да? То есть, что-нибудь серьезное. Серьезного паразавра хочется. А не какого-то там... 7-го левела. Хотя, наверное, они тоже будут быстро прокачиваться, но все-таки. Вон я вижу паразавра. Оп. Так, кстати. Ой, вот эту штуку надо. Вот эту хочу поймать. Ну-ка. Да, что ты? Вот, сейчас. Мелочь всякая нападает. Так. Сейчас. Оп. Ты, что ты будешь делать-то? Смотрите-ка, что творят, а? Оп, есть. И вот так вот его и назовем. Да, отстаньте вы от меня. Смотри, что, в таком количестве. Это у нас светляк. И если мы его так вот подбираем, он у нас садится на плечо. Вон, видите, на плече сидит. И это дополнительное освещение, ребятки. Крутая тема. Также еще кролика можно посадить. Так, 7-й левел. Несерьезно. Так, удерживайте E-клавишу, чтобы открыть интерфейс взаимодействия.
А, ну это с динозавром, я думаю, это и так понятно. Опять девятый, да что ж такое? Ладно, давайте-ка мы тогда, раз такое дело, мы девятого левела и затаймим. Не будем париться, не будем серьезно так напрягаться. Может быть, они быстро прокачаются, и в этом вообще нету проблем, да, как бы, то есть... В прокачке динозавров, потому что, опять же, напоминаю на всякий случай, рейты у меня увеличены для того, чтобы комфортно играть и комфортно познакомиться с игрой. Более отдельные напряжные игры будут на стримах и не в одиночке. То есть, так что готовьтесь, готовьтесь к просмотру. И приходите, ребят, на стримы. Там, как правило, бывает и весело, и бомбежно, и прям, ну, вообще, короче, все-все эмоции происходят. Так, опять выносливость кончилась. Ну, все-таки хотелось бы хотя бы девятого паразавра. Когда бегаешь и ищешь нужного паразавра, это же... Да, господи, да что ж тобой не так-то, а? Это, конечно, не раптор, но вонючка еще та. Паразавра хочу, потому что он быстро бегает. А почему я хочу быстро бегать? А я хочу немножко попутешествовать сегодня, ребят. Я хочу сбегать немножечко в другие... Вы опорожнились, нормально. В другие земли, чтобы посмотреть, может быть, какой-нибудь интересный биомчик или... Или что-нибудь... Ну, как бы это сказать? Да куда ты убегаешь-то? Так, у меня, кстати, водичка кончилась, вот. Вот, девятый левел. Давайте его стоять... Кушай. Вот, все. Видите, он просто с рук ест, отлично. Так вот... Взять какой-нибудь интересный, получше биом. Потому что я сейчас нахожусь... Вот как, лук называется, да, биом? Если нажимаем карту, лук, он третий снизу биом. То есть он самый такой практически мирный, да. То есть здесь и врагов очень мало, и все такое. Но есть вот по карте видно, да, там вот черта. Земли судного дня. Представляете название земель? Земли судного дня, это просто даже страшненько. Ну-ка давай, что-то ты медленно... Медленно кормежку хочешь в себя принимать. Так, ладно, давайте я нажму на паузу. И когда его затаймлю, уже продолжим. Так, ребят, ну что ж, готово. Ну давайте его Гопа назовем. Просто вот так вот, Гопа. И отлично, Гопа 9 уровня. К сожалению, он не прокачался. Ну это ладно, опыт сам наберется. Так, энтограммы и... Паразаврус какой-то там. Вот он, вот он. Отлично. Создаем, вот он. Да, точно. Кстати, смотрите, я еще изучил такую вот простую маску. Защищает от атак ядом. И вот такая вот штука. Простой дельтаплан. Прикольно на самом деле. Так. То есть можно с гор уже летать. Хей, отлично. Отлично. То есть мы уже можем бегать. Шикарненько. Так, где у нас готовилось мясо? Ну-ка, сейчас нужно найти, где у нас готовилось мясо, чтобы... Вот оно, готовится еще. Чтобы его забрать. Так. И мы сейчас, да, сейчас мы с вами куда-нибудь отправимся на исследование. Мясо я не буду много забирать, потому что, ну... А хотя можно все и забрать. Типа, почему бы и нет? Да-да-да-да. Кстати, давайте в него сразу загрузим ягоды какие-нибудь, межа-ягоды, вот, допустим, вот так вот. И вот эти вот еще можно загрузить, типа, без проблем, ну, чтобы он не голодал. И, типа, погнали. Так, куда мы пойдем? Смотрите, можно куда-нибудь наверх, на север или на юг, даже не знаю. Даже не знаю. Так, вот туда вот у нас край карты. То есть на запад край карты, на восток можно отправляться, потому что туда прям карта открывается. Туда у нас море. На юге море. На севере тоже море. Значит, короче, давайте на восток и отправляемся. Хочется найти какой-нибудь новый биом. Точнее, даже не то, что новый биом. Хочется найти место для дома, да. То есть именно место для дома интересное. Не луга, я не люблю ровные луга. Вообще, люди, которые меня часто смотрят, они знают, что в так подобных играх я не люблю строиться обычно, да. Просто ровный дом на ровной поверхности. Мне это не нравится. Поэтому я хочу немножко скалистую местность найти. И, может быть, построиться на каком-нибудь обрыве или еще что-нибудь в этом роде. Потому что сама игра это позволяет сделать. Ну, а почему бы не воспользоваться всем,
что позволяет сделать игра. Плюс к этому, ко всему, посмотрите, сколько домов здесь. То есть их зачищать, зачищать и зачищать можно прям в огромном количестве. Уж я этим точно не буду заниматься, потому что мы этим уже занимались. Так, угу. Море-то типа приехали. На самом деле можно сделать плот. Можно сделать плот и поехать дальше на восток, типа вообще без проблем. В принципе, давайте-ка я этим и займусь. Почему бы нет, да? Давайте-ка. Посмотрим, что у нас плод. Ну-ка. Где у нас плод? Кожаный мешок спальный. Так, сейчас найдем, найдем, найдем. Сейчас найдем, найдем. Вот он. Деревянный плод. Делается он... Нужно волокно и дерево. Так, дерево и волокно. Ну, на самом деле, проблем в этом не должно быть никаких. Дерево у меня... Так, стоп. Иди-ка сюда. Давай мы тебе нажмем... Вот так вот и... Вот так вот. Включить? Нет. Выключить. Вот. То есть стой, чтобы я тебя не потерял. 15. Так. Волокно, по-моему, вот так вот просто добывается, да? То есть из этих растений всячески. Опа, тут замес идет. Поможем. А, серьезно? Красавчик. Красавчик. Просто навалял вообще. Так, как бы еще... Интересно, волокно как-то еще добывается? Хм. По-моему, если не ошибаюсь, волокно еще добывалось, типа, как-то так. Нет. Окей. Я думал, киркой побью дерево и волокно набью, но нет. Похоже, так оно не работает. Так, нужно, короче, много-много вот этого всего собрать, чтобы у нас появилось волокно. Хотя его не очень много, я вот смотрю сейчас. Так, у меня что-то проблемы какие-то с едой, да? Опа. Он защищает... Да ладно, ты что творишь? Он, во-первых, защитил моего паразавра и еще и всем навалял. Раптору навалял, койоту навалял. Что с тобой не так? Динозавр, ты тут что творишь? Видите? Кстати, светлячок освещает территорию. Прикольно? Прикольно. Хотя тут есть шлем со свечой. То есть, типа шлем с освещением. Так. Сколько там? А, ну вот, уже можно сделать. Отлично. Так. Где он, где он, где он, где он? Вот он. Давайте куда-нибудь сюда и на семерочку. А, ну вот, надо так вот как-то. Во. На семерочку. Так, и давайте задний ход подгоним. Сейчас надо паразавра... Паразавра на него затащить. И, кстати, я могу вам сказать, что кровать вроде не строится на плоту. Ну, давай, ты серьезно? Не... Он серьезно не хочет разворачиваться. Что за фигня? Вот, ну давайте вот так вот оставим. Я из-за него вообще ходить-то смогу. Кстати, оп. И... Сменить, отказаться, снести, скрыть парус. Вот. Так вот. И погнали. На восток. На восток, в Китай. Или в Японию. Смотрите, там что-то плавает. Удильщик. Офигеть. Я не знаю, насколько здесь огромный океан на этой карте. Так как карта точно генерируется рандомно каждый раз, да, и это, с одной стороны, проблема, с другой стороны, нет. Почему? Потому что, когда вы создаете карту, вот вы начали игру на новой карте, да, то есть она создалась, и не факт, что все биомы сгенерируются, не факт, что вы найдете все биомы на карте, на которой вы играете, понимаете, в чем проблема? А так как я подразумеваю, что здесь каждая карта несет, точнее, каждый биом несет новый ресурс и все в этом роде, то есть, ну, свои ресурсы, да, как бы особенные и... Вау, а вот это место неплохое, мне нравится. И своих особенных динозавров, то, наверное, есть смысл все-таки думать. Вау, прикольно, смотрите, как сделано, да? А мне здесь нравится. Мне здесь нравится. Ну-ка мы сейчас заценим. Это, во-первых, какой-то биомчик, глубокий океан, это, ну, понятно, это, на котором мы сейчас находимся. А вот это типа джунгли, нет, наверное, или какая-нибудь саванна, или что-нибудь типа такого.
Болото. Это болото, оказывается, такое, да? Ну, давайте проверим. Так, дикий. Это что у нас? Дикий карбонемис. Ну, это черепах, короче. Давай, залезай, залезай. Так. Болото, странно, что болото... Болото у нас где-то посередине, видите, находится между горным лесом и пустыней. Но здесь прикольненько, мне нравится. Во-первых, посмотрите, вот это вот место, здесь можно прям дом или наверху начать строить, или вот здесь вот вообще строить. Хорошее место, мне нравится. Наверное, я здесь, ребятки, пока что и останусь, да? Как-то вот прям вот здесь вот, наверное. Да, наверное, так оно и будет. Так, секундочку, будильнички. Здесь я останусь, и, наверное, здесь я и начну делать домик. Не знаю, на верхушке или нет, надо будет подумать. Скорее всего, я сделаю как-нибудь вот так вот, что немножко дом будет в пещеру входить, а может быть, на краю пещеры. Посмотрим, дикий... А, опять это черепаха. Сейчас нужно осматриваться, так, знаете, аккуратненько, потому что я не знаю, какие здесь есть звери дикие, да, которые могут на меня напасть. Так, отличненько, отличненько. Единственное, что хватит ли у меня еще очков интограммы на все, чтобы изучить все. Но если не хватит, то как что-нибудь придумаем, да? Деревянные ступеньки, деревянный пол, деревянный потолок, хижина с украшениями, что? Хижина сделай сам, тут какие-то соломенный ковер, соломенная стена... Наверное, сразу из камня что-то нужно делать, что ли? Стена из глины. Это, то есть, глину нужно добывать, да? Глиняный фундамент. Самый, наверное, простой это деревянный сделать. Не соломенный, а именно деревянный, да? То есть, дерева-то у нас много. А, в любом случае, я соломенный тоже изучаю, да? Стена с окном. Так, хижина. Давайте это... Оу, магический ковер. Ковер из кожи красного дракона. Ковер из... теневой кожи, господи. Столько для копий. Деревянная дверь. Я сразу и соломенный. Деревянное окно. Деревянный стол, вывеска на деревянной стене. Так, кастрюля. Это же супиз по чего-то, хлеб. Ступка. Давайте, оу. Костяной прах. Хитин. Порошок огненного камня. Похоже, ладно. Верстак портного, шту. Шлем мегалодона. Костяной шлем Рекса. Прикольно, ребятки. Направляющий столб. Это что? Использует... Исследуй пещеру, расставляя направляющие столбы. По пути следования, чтобы без труда... А, прикольно, прикольно. Направляющий. Угу. Чан для красок. Флажки, цветочные горшки, кровать. Давайте сделаем, изучим, да? Так, что у нас еще? Компостная корзина. Консервирующий бокс. Давайте его изучим. И еще я ящик сразу изучил. Глиняный деревянный щит можно изучить. Горшок для кормления. Зажигайте огонь с помощью базового топлива. Позвольте готовить... Корм из различных яиц, овощей. Ага, прикольно. Понял, понял. Так, дальше, что мы еще изучим? Смотрите, парашют, шарик медленного падения. Шарики, точнее, эликсир. Транквилизатор. Угу. Шипастый кабана. Вон есть седло. Так, что можно еще изучить? Деревянные трубы, вода, вода, вода. Это удочка. Смотрите, есть шлем со свечкой. То есть это, я так понимаю, одеваешь и носишь, да? Настенный факел. Прикольно. Пульт для динотрекера. Угу. Верстак. Что, молот? Дидикура. Круто. Это надо Дидикура убить, и тогда появится. Когти раптора. Нифига, сколько всякого оружия. Щит из панциря черепахи. Ребятки, это все я хочу. Я все это хочу, как чтобы не говорить. Кстати, металлургия уже, по-моему, я могу горн делать. Видите, здесь вот пампери и птеродонта делать. То есть с 20 левела мы уже можем металлургией заниматься. С 30 левела мы сможем промышленными навыки изучать, да. С 10 мы уже можем магией заниматься. То есть здесь у нас портал телепортирует вас в музей, в котором представлены всеобразные... Все образы мировой
экологии, там вы сможете лучше познакомиться. Что? Это что такое? Магическая стрела. Короче, уже, наверное, в следующей серии мы построим этот портал и сходим посмотрим. Так, здесь у нас строительство. О, боже. Бамбуковые, деревянные, стена, крыша, кровать, смотрите какая. Боже мой. Это уже декор, что ли? Или что-то я немножечко не понимаю. Так, вот строительство. И, в принципе, нам что нужно? В первую очередь, наверное, фундамент надо будет выстраивать, да, какой-то, да, вот этот вот деревянный пол. Но для начала, наверное, мы давайте с вами очень много добудем дерева, потому что его реально понадобится очень много. Черепах очень много. Деревья, сразу говорю, они сами появляются через некоторое время. То есть не нужно там рассаживать, допустим, как в Майнкрафте, семечки или еще что-нибудь в этом роде. Тут так... Ой, я случайно черепаху ударил, по-моему, да. Ёпарасоте. То есть тут не нужно как-то так, таким вот заниматься. Так, давайте, оп. Так, не то, не то, не то, стрел обычный. Оп. Беги, чувак. Я еще даже кровать не поставил. То есть она уже отступает от меня, что ли? Нет уж, деремся так деремся. Я же случайно, а ты вот специально на меня сагрилась. Я же бы больше тебя не бил, а ты вот... Ой, я промахнулся. Черт. Нападение черепахи. Черепаха жирная. Ну, по-моему, она всегда была жирная. Если я не ошибаюсь. Но бьет она тоже так, знаете, ну, не сильно на самом деле. Да сдохни ты уже. Господи, да сколько с тобой драться-то можно? Да сдохни ты. Есть. Это что такое было? Доступ к инвентарю или что-то? Я не понял этого, но ладно. Ну что ж, ребят, я буду заканчивать эту серию, потому что, ну, в следующей серии мы уже построим этот портал, сходим, посмотрим, что в этом портале, и плюс еще сходим, обязательно посмотрим. Еще обязательно уже начнем строить домик. То есть потихонечку заселяться, так скажем, будем. И следующую серию, наверное, именно этому и посвящу, да, постройке какого-то дома или что-то в этом роде. Спокойно, главное не нападать. Очень много черепах, другого я вижу стрекозу и черепахи. Так что на этом я заканчиваю. Спасибо за просмотр, поддержите меня лайком или еще чем-нибудь. Я вижу сундук, который, похоже, выпал с черепахи. Так, здесь у нас черепаший панцирь, куски примитивной кости и продлевает использование почты. А, ну это для мультиплеера свиток, чтобы заприватить свою территорию. Допустим, если вы играете на каком-нибудь сервере, здесь именно приват происходит вот через такие свитки, которые нужно добывать либо квестами, либо, ну вот так вот убивая всяческих дина и выбивая с них эти свитки. Как-то так. На этом все. Уже третий раз, по-моему, буду прощаться, да? Спасибо за просмотр. Обязательно поддержите меня лайком или комментарием. Всем всего, удачи и пока.